Добро пожаловать на канал HardResetInfo, друзья. Это устройство Redmi 9C. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве выполнить полный заброс абсолютно всех данных, используя стандартное меню настроек. У нас уже есть видео, как это сделать через Recovery, как сбросить пароль, как обойти защиту FRP, как обойти защиту Mi аккаунта. Все это уже есть. Но сейчас покажем вам, как все-таки без всяких там сбросов и махинаций через настройки все удалить. Итак, для начала заходим в настройки. Затем выбираем самый первый пункт о телефоне. Спускаемся вниз и нажимаем «Заброс настроек». Нажимаем «Стереть все данные». Подтверждаем свой пароль блокировки и нажимаем «Далее». Ждем 10 секунд, а за 10 секунд можем удосужиться прочесть все-таки уведомления. «Сброс настроек» удалит все данные с телефона, включая изображение, музыку, заметки и прочие персональные данные. Нажимаем «Далее». Мы согласны. Убедитесь, что все важные объекты сохранены на вашем компьютере. Все данные на этом устройстве будут удалены при сбросе. Вы не сможете восстановить несохраненные объекты. ОК. Нажимаем. Все. Осталось только подождать, пока телефон перезагрузится. Давайте подождем. Итак, отлично. Теперь наш телефон полностью сброшен, абсолютно все данные с телефона стерты. А на этом я буду заканчивать. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч. Пока.